Золотая осень, пора. Приятное бабье лето. Время свадеб и торжеств. Эта белая Hyundai Sonata является очень приятной и свежей невестой. Невестой именно первой свежести. Машине всего ничего, 3 года. В идеальном состоянии, из-под одного хозяина. Hyundai и корейцы вообще в погоне за японцами стараются приблизить уровень комфорта, японский уровень комфорта, к европейским условиям. И машина сочетает в себе огромный салон, в котором сидишь с удовольствием. Еще эту машину отличает симпатичный внешний вид в стиле хай-тек. Автомобиль для городского цикла вождения, для небольшого бизнесмена или для любителя чувствовать себя в машине как дома. Сегодня у нас своего рода премьера, ну, по крайней мере, для меня. Сегодня в программе «Автостоп» корейский автомобиль самого крупнейшего, самого крупного концерна в Корее Hyundai. Все-таки Hyundai. Правильно, этот концерн называется Hyundai. И мы так вот неспешно путешествуем на автомобиле с вполне подходящим для него названием. Hyundai Sonata. Автомобиль достаточно своеобразный. Чем своеобразный? Объясню. Он достаточно непривычен для нас. То есть, в принципе, автолюбители считают, что бывает либо жесткая, либо мягкая подвеска. Здесь подвеска такая своеобразная. Она и не жесткая, и в то же время очень мягкая, изглаживающая любые неровности, которые до сих пор существуют на магнитогорских дорогах. Как всегда, корейские автомобили отличало то, что при очень такой хорошей цене для автолюбителя они отличались тем, что здесь максимум наворотов, максимум того, что нужно водителю в дороге. Этот автомобиль оборудован стереосистемой, причем полнопрофильный. Ну, само собой, кондиционер. Машина класса D с таким оборудованием в Европе стоила бы гораздо дороже, даже подержанная. Здесь же этот белый корейский Jaguar продается за 11 500 долларов. С оригинальным пробегом в 55 500 километров. В принципе, цена для такого класса автомобиля очень хорошая. Автомобиль для премьеры в нашей передаче вам предоставлен автоцентром World. Здесь, как всегда, находятся только самые лучшие представители автопрома из любой страны мира.